Привет всем. Я на колесе обозрения в парке Гагарина. Наконец-таки спустя после 10 лет всяких скандалов его удалось нормально запустить. И вот мы сейчас поднимаемся на самую верхотуру. Я не знаю, по-моему, по правилам можно тут стоять все-таки, да? Но первые впечатления такие. Ух ты. Какое-то оно медленное колесо. Очень медленное. Вот деревья. Ух. Ну, мы еще до вида дойдем. Вот люди, кстати говоря, предупредили, чтобы вот форточки, они чуть приоткрыты, чтобы форточки не закрывать. Прям как мой отец. Всегда мне говорит, не закрывай форточки, и наоборот, открывай, когда я закрываю. Ну, что тут сказать, вот если садиться как бы, в сторону, в сторону Старзагоры, да, то вот такой вот вид. А там вон людишки идут. А если вы хотите вот на это сесть кресло, то откроется такой вид. Ух. Вот тот вид. Тот вид на телебашню, да. Да уж, блин, высоко, слушайте, а стоит платить за это деньги. Стоит, вид просто изумителен. Ух. Ну я в сторону Волги буду сидеть, хотя нам, может быть, это немножко не живописно. Ну, давай так, чтобы мне колесо не перевешивало. Я как бы буду и сзади снимать, и впереди. Вот вид на жилой комплекс Древа. Ну, ух ты ж. Слушайте, а хорошая высота, ни хрена. Тут здесь камеры не видно, она у меня маленькая. Но... Но вон я вижу ТЭЦ, ну трубу, которая топит. Горы, ни хрена, горы. Прикиньте, отсюда реально можно увидеть Жигулевские горы. Ну, давайте, ни хрена себе. Вот это высота. Вот ТЭЦ, да, ну горы тут не видно. А вот паркхаус. Паркхаус, как на ладони. Ой. Слушайте, вообще даже на советских колесах обозрения я никогда не катался. Ни хрена себе. Какая высота. Да, я теперь понимаю, почему случись что, не дай бог, то сюда привлекают горно лыжников МЧС, горноспасателей. Потому что высота просто нереальная для меня. И мы все еще поднимаемся. Охренеть. Вот он вид. Давайте-ка я приближу. Так, ни хрена. Это что у нас там за улица получается? А, это Старзагора, да, о! Ух, сейчас, вон там чуть улица видна. Ни хрена, куда я добрался. Вот это классный аттракцион. Безусловно. Блин, мне да... Мне даже как-то... Немножко страшновато. Ой.
еще и главный фоточек не закрывать. А вон вид на Московское шоссе. Вот оно. Да. Да. Вот сейчас мы приближаемся к самой высокой точке в парке. Но я снимаю как могу, насколько мне позволяет моя экшн-камера китайская. Так что если что, вдруг что-то вам не понравилось, не обессудьте. Да-да-да, вот там самая верхотурная. Ни хрена, горы, охренеть. Вы это не видите, но я вижу. Горы просто... Просто офигеть. Жигулевские горы. Слушайте, ну что сказать, мой вердикт. Тех денег стоит. Только, на мой взгляд, что выходные немножко переплачено за это колесо. Но оно понятно, потому что в парке... В парке больше... Людей именно выходные дни, то есть я понимаю. Но так, если 250 рублей, 200 рублей, то за колесо за это стоит этих денег заплатить, поверьте мне. А вот если уже 350, то уже этих денег это колесо не стоит. Да блядь, охренеть! Я почти добрался до Самарской телебашни. Охренеть! Ебать, блядь! Но вы не подумайте, мне не сыкотно. Так, давайте-ка еще сзади какой... А, там уже кабинки, да, у нас уже кабинки. Ну, и еще что плюс, вот, действительно, вот, зимой, в отличие от советских колес обозрения, зимой вот тут вот садишься, все с подогревом, здесь тепло, вот я без варежек. А там людишки в парке. Они танцуют и поют. Так. Так, вот такая вот высота. Что здесь видно? Ну, как я уже сказал... А, во. Вот, сейчас откроется, короче, вид на Волгу. Да он уже открылся. Я приблизил максимально, насколько это возможно. Вот они, телебашни. А вот там вот жилой комплекс «Новая Москва». Вот он какой. Охренеть просто. Просто охренеть. О, вот. Да. До такой верхотуре я еще точно не бывал. Был летом на Лысой горе в Самаре, туда, в ту сторону. Но это не сравнится с этим, конечно же. Вон сотрудники ГТРК или связь. Или это вот, как же сказать, самарского, ну вот это вот, техникума связи расчищают снег. Вот такая вот. О, уже мы опускаемся вниз. Уже мы порядок опускаемся вниз. Да. Вот такие вот дела. Жилой комплекс «Москва», да. Вот он, пожалуйста. Я видел много кто фоткал на телефон, но, по-моему, еще ни одного видео не было. Поправьте, может быть и было. Но не с разрешением 1080. А может и было, не знаю. Но почему бы и мне не сделать видео, собственно говоря. Слушайте. Да, охренеть просто. Я вот сейчас немножко, на самом деле, попривык. Что еще могу сказать? Будьте аккуратнее на колесе обозрения, потому что я когда начал переходить туда-сюда, кабинка начала пошатываться. Пошатываться начала. И поэтому лучше сидеть, что называется, ботинками не топать, так скажем. Не перебегать из одного сиденья в другое.
Но я теперь понял, почему медленное, потому что колесо, потому что рассчитано как раз на такой, я так понимаю, один круг, да, и рассчитано на такую медлительную прогулочку, назовем это так. Ну, о, а вон там вон этот... Еще строить дома. О. Ну что, будем спускаться, нет? Да, я ж потолок не показал. Сейчас покажу потолок. Вот он потолок. Вентиляторы. Ну, я еще раз говорю, что те деньги, если вы вдруг пойдете в будни, это стоит того, аттракцион, поверьте мне. А вот... Ага, вот теперь вот так вот. Это потрясающе, просто вообще потрясающе. Это просто охренительно. Охренительно. О-о-о. Ну все, мы уже с верхотуры спускаемся. Вид на горы просто изумительный. Камеры, к сожалению, не удалось снять. Побольше бы таких колес обозрения в парках. Колесо действительно удобное. Ну и... Ага, вот уже все, спускаемся. Вон женщина стоит. Сейчас мы... Вот она. А я на нее гляжу с верхотуры. О, просто... Это что-то... Что-то нереальное. О, давно таких ощущений у меня не было. Наверное, когда-нибудь обязательно еще сюда скажу. В парк Гагарина. О. Еще мне повезло то, что был солнечный день, да. Что не было снега, дождя, что-то там еще. Удалось все разглядеть. И я надеюсь, многое удалось чего заснять. О. Такие вот дела. Сейчас я вам покажу. Вот что будет, если вы вдруг перебежите сюда. Вот. Вот так вот оно нагибается чуть-чуть. Наверное, на камеру это незаметно, но... Да, очень заметно. Ну и вот, да. Вот такой вот стеллаж для мобильников, для камеры, для чего-то еще. Для распития напитков, хоть тут запрещено. Ну вот, собственно говоря, все. Подходит наш аттракцион к концу. Мы спускаемся вниз, вниз и вниз. А, да, вот такие вот стеллажи для тех, кому это интересно. Не стеллажи, а колеса, да, колеса такие вот. Для тех, кому физика интересна. Вот так вот. О. Фу. Да, честное слово, в парке отдыха давно так классно не катался. Ну вот уже все. Все, уже сейчас. Сейчас мы будем выходить. Все, спасибо. Так, пожалуйста. Без комментариев вообще, надо сказать. Просто офигенный аттракцион за очень небольшие деньги в будни. Но, конечно, выходные чуть завышены. Давайте-ка я вам еще с такого ракурса покажу. Просто вот, как будто ты стоишь на земле и смотришь на колесо. Вот так вот оно движется. Эх. Ну, давайте-ка еще пройдемся чуть-чуть.
люди с детьми. Сейчас мы в ракурсе в таком. И таком, но я надеюсь, что удастся заснять колесо со всех сторон. Вот. Вот так вот она. Вид на кабинке снизу. Все, надеюсь, что вам было интересно. Спасибо за внимание.